Всем привет! Сегодня первый день весны, 1 марта. Вчера был день рождения в Лили. И вот такие подарки ей подарили. Для женщины лучший подарок – это цветы. И вот это такие вот цветы от Сабины, декоративная роза. А вот такой вот цветок от Ангелины. Вот этот цветок под вид орхидеи. Называется он дендробиум. Вот такой вот красивый цветок, который цветет. Уход за ним несложный. Ему надо много света, но не прямые лучи солнца. Поливать его надо равномерно, температура должна быть 16-20 градусов. Цветок любит удобрение, его надо регулярно удобрять. Вот такой вот у нас красивый цветок. Если мы это все будем выполнять, надеюсь, он будет долго у нас расти и цвести, как и вот эта роза. Вот так они теперь стоят у нас в комнате, создают очень хорошую атмосферу.